уже обследовал? Какой? Нет, еще. Что там, есть что обследовать? Там надо линзы какие-то. Да, что они? Там нормально отделано. Не все возвращаются. Не все возвращаются. Да. Ну, за миллион 300 монеток, да? Ну, здесь, смотри, тут туалет. Душ, то есть все, все условия. Туалет, вода, здесь все как функционирует. Ага. Попробовали, да? Свет только включим. Ага. Вот, вода течет. Ага. Ты вот здесь плод нет еще? Нет еще. Вот тут лестница лучше, чем мы видели в этом, да? Как лучше? Она просто пологая. Потому что там я чуть не упала. Нет, лестница как бы специалист. Здесь душно. Не у Лёни, а душно, потому что это. Ну, потому что... Нет, не открыты окна. Как будто где-то что-то топится. Это на внутреннюю дорогу. Так. Это ж какая тут ширина стен? Это сэндвич-панель. Здесь не щит, а... Ну вот, там как бы утеплитель, пергамент и доски. Сколько примерно выдерживает температуру? Ну, вообще-то, наверное, сразу. Нет, держится, не вымораживает. Да? Ну, за сколько она продастся? Нагревается быстро. Ну, надо беседовать. Если говорить 1 800 000, может быть, это неправда. Девочки на нее сильно добрые. Ну так пока вот. Ну это как бы ближе к Москве, да? Ну да, 54 километра. Ну а тут поблизости вот эти лес вот с той стороны, что мы видели, да? Ну вот лес. Речки. Вот лес. И здесь же протекает речушка. Вот за лесом вот это Малая Истра. Ну здесь в ложбинке протекает. Ну, масенькая совсем, да? Ну да, лесная. А такой более существенный водоем вот здесь, вот, на пригорке, там вот видели, вот как церковь. Там есть карьер песчаный. А, церковь, да, перед. Вот, там возле церкви, там где-то есть карьер. Вот купаются дети местные. Я сам до туда как-то не добирался. Но то, что там все бесплатно, это точно. Никак в мерах. Вот это парнит-то ее еще? Да. Ну вот все сеточки, видите? Парник, он на фундаменте стоит. И сетка, пленка в хозблоке лежит. Да, я видела пленку такая решетчатая. Ну да, это поармировано. И там что-то тоже заросшее, тоже как бы ничье. Да? Не-не. А, все, там на полужок? Ну да. Ну а где еще
Сложная обстановка, да, и рано или поздно они будут продавать, потому что они никакого там поделить не могут, что кому. Ну, скорее всего, это будут переводить в денежные. Вот, а вы говорите, в родственники. Денежные переводы. Да нет, вот кто вот приобретает, допустим, один участок там на двоих, ну, как бы, друзья. Нет, они начинаются, чаще все нормально. Это вот чаще, когда по наследству, тогда даже начинается. А когда вы с ней разговаривать будете, вот если, допустим, сказать, или вы с ней на связи всегда, да? Ну, прикольный, бестолковый, конечно, такой. Тут сюда бетон как-то не в кассу лежит. Зачем? Там вот тоже бетонная стенка. Зачем-то. То есть две машины не поставишь, тут елки. Сюда как-то вкатывать. Ну, неудобно. Вот эта хрень торчит. Ну что, вот эти зачем-то сделали, спилили. Или так надо было, или они сломали уже. Скорее всего, так и сделали. С расчетом на... Ну да, то есть интересно, эти трубы они были, или это просто дырки для того, чтобы туда трубы ставить с навесом? Бетон делали. Ну да, я говорю, что вот это ж, они же могли бы быть длинные, прям готовы. Ну хотя, о, смотри, клубника растет, земляника. Да. Угу. Хорошо.